Команды красных и белых выходят на поле. В их составе звезды кино и, конечно, футбола. Но сегодня все внимание приковано не к ним, а к молодым капитанам. 14-летнему Артему Донскову и 15-летнему Исламу Халилову. Они герои не только этого футбольного дня. Юноши работали гардеробщиками в Крокус-Сити-Холле. Вывели из горящего концертного зала более 200 человек. Хотя сами молодые люди уверены, на их месте так поступил бы каждый. Я действовал максимально на автомате, с холодной головой. Старался максимально все быстро делать. Предложение сыграть в футбольной медиалиге Исламу поступило буквально на следующий после теракта день от главы клуба «Броук Бойс» Дмитрия Егорова. Согласился сразу, ведь все собранные средства будут направлены тем, кто пострадал в Крокус-Сити-Холле. Накал страстей как на поле, так и на трибунах. Нешуточные силы спортсменов равны. Опасных моментов много, но реализовать удалось не все. По одному мячу забили молодые капитаны. Игра закончилась со счетом 5-5. Как говорится, победила дружба и общее желание помочь пострадавшим в теракте. Евгения Августина, Лада Дудко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».